Центр смешанных единоборств Top Team Сибирь расширяет свои возможности. С момента открытия первого зала прошло уже 7 лет. За это время клуб провел множество тренировочных сборов, семинаров и организовывал профессиональные турниры по ММА. А самое главное, взращивал профессиональных бойцов, мастеров спорта по боевым единоборствам, которые становились чемпионами России и победителями международных соревнований. Одним словом, клуб рос, развивался, его воспитанников становилось больше. Возникла необходимость и во втором зале, в котором продолжим, так сказать, наши традиции и будем вместе уже достигать новых вершин с новыми ребятами. Основная миссия центра – привить в детях любовь к спорту и закалить характер. С юными бойцами будут заниматься профессиональные спортсмены ММА. Помимо того, что каждый человек может научиться здесь самообороне, скажем, физическому развитию, здесь у нас большая философская база. То есть дети не только физически развиваются, но и морально готовятся, как бы, перейти во взрослую жизнь, стать ответственными, целеустремленными, трудолюбивыми. То есть такие вот вещи мы затрагиваем всегда в воспитании. Видеоуроки будут транслироваться на нашем телеканале каждую пятницу. Телезрители смогут познакомиться с боевыми единоборствами, понять философию спорта и оценить мастер-класс от наставников клуба. К слову, видеоуроки будут полезны и девушкам. Мнение о том, что ММА не для слабого пола, тренеры считают мифом. Не пропустите серию увлекательных уроков от Центра смешанных единоборств. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.